С рэпом у меня все роскошно, но если вдруг что, я тебе позвоню. Будем вместе мороженое толкать. Меня зовут 2 Chainz. 2 Chainz. Меня иногда заносит. Реально? Мы с вами заценим самые дорогие вещи в мире. Просто чума. Мы вернулись. 2 Chainz. Самые дорогие вещи в мире. И от этого выпуска вам стопудово снесет крышу. Десерт из мороженого. Без шуток. Мороженое даже готовить не надо. А оно все равно стоит бешеных бабок. Смотрим. Джо, дружище, рад тебя снова видеть. Сегодня тебя ждет настоящая роскошь. Санды – золотое изобилие. Золотое изобилие? Слушай, отличный рэп выйдет. Санды – золотое изобилие. Ну, рассказывай, что там внутри? Это самый дорогой десерт из мороженого в мире. Это рекордсмен? Рекордсмен по сей день. Видишь креманку? Этот же хрусталь используют в Ватикане. Французская марка Бакара. Бакара? Да. Знаю, слышал. Сам десерт из мороженого. Но не из простого, а из таитянского ванильного мороженого, приготовленного на мадагаскарской ванили и завернутого в золото. С чего такая любовь к золоту? Его точно можно есть? Чистое золото съедобное. Особого вкуса у него нет, зато текстура очень характерная. И есть золото – это очень круто. Затем добавляем самый дорогой шоколад в мире. Самый редкий шоколад в мире. Украшаем цукатами. Эти цукаты доставляют нам из Парижа. Они готовятся из свежайших фруктов, вымачиваемых в сахарном сиропе примерно месяц. То есть эти конфетки когда-то были фруктами? Полезные, наверное? Конечно, полезные, разумеется. Добавляем сюда цветок, изготовленный целиком из сахара с золотым напылением. Полностью съедобный. Этот цветок? Цветок можно есть. С ума сойти. Похож на орхидею, правда? А сверху у нас единственная в мире десертная икра, без добавления соли, настоянная на маракуйе и арманьяке. Невероятно. И, разумеется, есть это надо. Золотой, блин, ложкой. Я тебе честно скажу, я всегда прихватываю с собой из ресторана ложки. Фишка такая. У тебя часто потом ложек не хватает? Мы за ними тщательно следим. Угу. Сигналка для каждой ложки. Сколько стоит этот сандэй? Сколько стоит этот десерт-рекордсмен от самого Джо? Назови мне цифру, пожалуйста. Наверняка я его каждую неделю буду есть. Уверен в этом. $1000. Зато креманка остается у тебя. Ну, спасибо. За штуку другие рестораны целиком можно снять. Ты представляешь, что можно на штуку накупить? И что, народ платит за это $1000? Да, не реже раза в неделю. Серьезно? Да. Вот что значит по-настоящему дорогой вкус. Если я его не съем, оно растает. Так что буду есть золото, народ. Черт, язык проглотишь. Можно все съесть? Да. Попробуй с кусочком шоколада. Все съедобно? Все съедобно. Вкусно-то как. Дам тебе свой номер. Давай. Я всегда на связи. И на хавчик меня пробивает постоянно. Такое надо в рамку ставить. Потому что это настоящий шедевр. Предмет кулинарного искусства. Многие наши клиенты сначала его фотографируют. Сфоткать забыл. Придется еще один заказывать. Народ, слушаем внимательно. По словам Джо, заказывают одну порцию в неделю. Санды из мороженого. 52 тысячи в год. Я уже все подсчитал. По-моему, неплохой заработок. Как думаете, оно того стоит? Я хочу знать. Оставьте коммент. Подпишитесь на канал GQ. Смотрите самые дорогие вещи в мире.